Женя направит. То есть это разные органы власти, мы работаем с дополнительной властью. Нет, мы работаем в одном направлении, на благо наших горожан. Если вы работаете на что-нибудь другое, то я на жителей города Ачинска, Ачинского района работаю. Хорошо. У меня вопрос такой. В Красноярске компания, которая содержит 500 человек, очистка дорог, содержание скверов и бульваров, почему они подчиняются муниципалитету? А почему мы сначала все продали, всю технику раздали, отделили это управление, а теперь начинаем по новой создавать? Ачинский транспорт, какая техника? Где-то асфальтовый завод. Ачинский транспорт есть акционерное общество, СТК, группа так, компаний. А мы сейчас... Вся техника у них. Так а зачем мы сейчас создаем участок, а уже технику покупаем и опять начинаем наступаем на те же грабли? Они что, не могут работать, что ли? Зачем? Могут, потому что они акционерное общество. А зачем? Мы создаем акционерное общество. Вы взяли, отсоединили специально, чтобы администрация... Есть федеральный закон о том, что муниципальное предприятие... Почему Красноярск не сделал? А газету оставили же? Почему Красноярск не сделал? Надо смотреть старший товарищ. Например, комбинат зеленого строительства был муниципальное предприятие, сейчас это муниципальное бюджетное учреждение. Они вот так же перевели форму собственности. Никто там ничего не переводил, все там работает как положено и как надо. Никаких там участков, все там делается. Я говорю, то, что я знаю. Олег Викторович, можно уточнить?